привет! Я нахожусь на автоспортивном комплексе Игора Драйв. Здесь как трасса для мотокросса, так и трасса для автомобильного кольца, для дрифта, для картинга, для чего только пожелаешь. Здесь все есть. Спускаемся в переход. Вот мы перешли дорогу, Игора Драйв прямо. КПП, надо сказать, что я еду на картинг. Картинг-центр, инфокасса, все это направо, вот туда. Вчера здесь проходили соревнования по дрифту. С субботы на воскресенье, в пятницу были тренировки. Всякие там топ-32, цареградцевые, всякие такие чуваки, гочи, чевчаны, кабаргины гоняли. RDS-GP тут состоялось 3 и 4 июня. Так что вчера был проход на картинг закрыт. Либо он был открыт по билету на RDS, переплачивать сумму, чтобы попасть на картинг и не смотреть RDS было бы глупостью. Поэтому я решил попасть на картинг в понедельник после соревнований. Указатели инфокассы, питбилдинг, ресторан и картинг-центр прямо. На автодроме реализована вот такая парковка здоровенная. Справа от парковки находится центр контраварийной подготовки. Чья-то тачка со спонсором Шонгс Моторспорт. Это Лада Гранта хэтчбэк. Красивая расцветка. Здесь у нас РДСовские тачки все еще не уехали. Точнее, одна из них слева РДСовская, справа Dodge Viper. От остановки идти 18 минут, от остановки общественного транспорта, междугородного автобуса, до картинг-центра. Так что, если не на машине, имейте в виду. Хотя, скорее всего, здесь все посетители на автомобилях, это я только один. Хожу пешком, но даже для пешехода подъезд к трассе, подход к трассе, все реализовано просто шикарно. Вот здесь реклама РДС. Но уже не актуально. Зато уникально. Именно сегодня. Здесь, кстати, на территории автодрома реализована кухня «Фаворит». Я уже вижу кусочек автодрома. Вижу трибуну. Широченная трасса с большими зонами безопасности. Картинг-центр чуть левее. Прямо автомузей и парковка. Картинг-центр прямо по курсу. Есть подъезд как для автомобилей, так и для пешеходов. А там вчерашняя сцена. Там, видимо, кто-то выступал. Может быть, там было награждение. Кто его знает? Спускаясь в тоннели Игора Драйв, то есть никого абсолютно нет. Понедельник, день. Картинг работает только начиная с 3 дня, потому что там работы по ликвидации масштабов РДС. Я иду по тоннелю Игора Драйв, сейчас будет темно. Так что включимся, наверное, на той стороне моста, когда я пройду по этому тоннелю. Игора Драйв — это одна из тех трасс, подъезд которой выполнен просто идеально. Здесь видно, что все реализовано для того, чтобы здесь проводить крутые гонки. Все очень четко, красиво оформлено. И даже подъезд на картинг очень красивый. Как выяснилось, сюда ходит даже шаттл. Парковка. Парковка достаточно обширная тоже для картинга. Все приспособлено для соревнований чемпионата России, видимо, который пока здесь еще не состоялся, но в ближайшее время, думаю, этот вопрос решат. А вот и само здание картинг-центра. Вот так вот оно выглядит. Надел маску, чтобы зайти внутрь. Режим работы с понедельника с 15:00 до 21:00. А здесь у нас вторая парковочка. Поднимемся наверх, на террасу.
газонокосилка катается по трассе. Видимо, это один из местных пилотов. И гору готовят к трек-дням. Даже не верится, что я до сюда доехал. 2021 год, июль месяц. Уважаемые гости Карпинг-центра, на территории комплекса «Егора Драйв» действует маточный режим. Просим всех использовать средства индивидуальной защиты. Нет? Наверное, тоже ездили, да? Все помните. По инструктажу, да? А у вас вкладыши в сиденье есть? Вкладыш в тройке. В тройке, да? Газ до упора нажмите.
Все, Артем. Ну вот такая вот Игора Драйв. Это был супер позитивный опыт. Спасибо всем, кто устроил данное мероприятие и кто построил этот автодром. Ну что, я только что прокатился на картодроме Игора Драйв. Это просто невероятнейшая трасса с перепадами высот, картами РТ-8. Не знаю, лучше, наверное, в России нету. Мост, перепады высот, скоростные повороты, дорога ровная, как стекло вашего окна. Просто я в шоке, всех эмоций не передать. Даже на прокатном карте Соди РТ-8, даже, в принципе, быстрее желать техники и как бы не надо простому человеку. Ну, если, конечно, приехать сюда на спорте, это будет просто отвал башки. Серьезно, ребят, приходите, катайтесь, получайте максимальное удовольствие. Ребята, которые были даже в Дубае, говорят, что здесь круче. Серьезно, прям проектировал трассу Герман Тильке. Это говорит само за себя. Так что до новых встреч, ребят. Пока.